Весеннюю коллекцию Сен-Лоран показали в Париже. Дизайнер модного дома Энтони Вакарелла отдал предпочтение комбинезонам бюстье цвета хаки и брюкам карго, смешав их с гламурной линейкой прозрачных топов и мини-платьев с Т-образной спинкой. Бренд, принадлежащий Керинг, подготовил вечерний показ. Место проведения – левый берег Сены с прекрасным видом на Эйфелеву башню. Зрители разместились среди ярких декораций с мраморными стенами. Дизайнер одел моделей в юбки-карандаши, широкие брюки, аккуратно подогнанные на талии, шелковые блузы и боди с открытой спиной, а также обул в туфли на высоких каблуках с открытой пяткой. Дополняли образы солнцезащитные очки, шапки в авиационном стиле и ремни из натуральной кожи, выполненные преимущественно в осенних тонах бежевого, оливкового, фиолетового и ржаво-коричневого. Показ завершил второй день Парижской недели моды. Она привлекла во французскую столицу модную публику и знаменитостей. Подиумные показы продлятся до 3 октября. В них принимают участие десятки люксовых брендов, включая Hermès, Chanel и Louis Vuitton. We'll be right back.